Доброго времени суток, друзья. Здравствуйте, гости и подписчики наших с Вадей каналов. У нас сегодня, вернее, не надо. Вчера был, хотя хочешь, можешь снимать, тебе видней. Вчера был военный совет, на котором мы решили прощать Дания, привет, Германия. Вот. Позвонили нашему другу Вите. Вон он стоит на мостике, он уже лупанул три золотых форели. Мы уже обнялись, все нормально, просто он побежал ловить, а мы собираемся. И сказали, пошли они эти датчане, шеф и хамят, рыба, едем на родину. И вот мы в Германии, сейчас собираемся и начнем ловить. Так, есть форелька и тоже золотая. Поздравляем. Все на карася похоже, зараза. Ведь опять порол, опять. Ох, и красивая, слышь, ведь прям золотая. Тань, осторожней. Меня не свали. Ему некогда фото делать. Короче, я ее мучил. Витя с первого заброса. Ей под нос подставил. Что значит мастерство? А я ее 4 раза. И так, и это. И ни в какую. А Витек, вон, смотрите, как профессионально работает. Чики есть. Дал жене палку. Говорю, на, любимая, побросай. Я в туалет хожу. Пришел, она уже с форелью. Вот так вот. Вот так вот. Так что... Жена на рыбалке — это только плюс. По-моему, Вадя там поймал на стенке, если мне не изменяет. Ну, далеко стоим друг от друга. Вот. И не так особо и видно. Но, по-моему, Вадик лупанул. Витя еще 2 взял. Ну, мастер. Это его домашний водоем. И он тут, конечно, как рыба в воде. А у меня пока вымучал Витя, пришел с первого заброса. Чирики есть. Не взяла. Попытка только была у меня. И все. Сейчас пока пытаюсь подобрать, потому что очень не... Да, Вадька взял. Взял. Так, пришел я к этому хапуге, чемпионец. Он опять порол больше, чем моя жена. А самое главное, сложно угадать, на какую блесну. Нет, ну ту, которую вообще. Ну тут 3, Вадя. Да, это да, самый меньше. Не дай. Чуйка, видишь, он цепит вся. Пипец, слышь, ну ты хапуга. Гена, снимаю блесну и отдаю. Ну, я тебе искренне поздравляю. Так, есть. Обалденная. Отойди, Вадя, мне же не видно. А я искупаться не хочу, говорит, отойди. Говорит, Гена, говорит, первый же заброс. Витя, тебе за деньги эти цирки надо показывать, слышишь? Просто за деньги. Я только успел забросить, а он говорит, ее, но она развернулась сразу развернулась. И вот пошла. Главное ей попасть на горизонт, вот именно в глаза ей, чтобы она... Это... Хорошая свинка. Не, ну это кроет уже полная. Это надо только увидеть, как он. О, говорит, Гена, я забыл, он уже... Она развернулась. Она уже за его, не за твоей, да. За его. Она за его пошла, пошла только, да? Клад съесть, блядь. Клад съесть. Готов, красавчик. Молодец, Витя. Я же говорю, такие номера можно в цирке задеть. Это под сахар нет, куда поднимать, она уйдет. А почему без бороды? Короче, да палку сломаешь, ты что ты творишь? Палку уже хрен. Твою мать, Вадя. Вот она, красавец. Не, ну гомнюк, редкостный. Только думаю, сейчас закину, он и раз под морду. Так, уйди отсюда. Петри. Не, это больше похоже на охоту. Тут Витя как циркач рассказывает. Короче, ее видно. Надо забросить именно туда, где она, не вдалеке в ней, и попасть ей в горизонт глаз. Тогда она разворачивается и идет. У меня было 2 поклевки, но силикошка — это немножко другой вид ловли. Я надрюкался на блесенку. Я 2 раза вырвал с пасти. А Вадя лупанул. Молодец.
Молодец, Вадя. Вот так вот просто бросать. Это шара, если вдруг случайно ту, которую ты не видишь, она клюнет. Это вот, видите, говорит, ни разу ни в приглядку еще не поймал ни одной рыбы. Вот такая вот песня. Так, рыбачить я, наверное, сегодня уже не буду. Ребята подъехали. Вы с Гамбура, да? Да. Вот, с Гамбура. Местные, да. Ну, вот. Сейчас нам тут сосисок пожарят, и я баночку в другую пивка всосу и скажу, да в рыбу я видел эту рыбалку. И в конце концов, 6 дней подряд, каждый божий день, а то и по 2 раза на день. Вот. Конечно, хотелось бы научиться, так как Виктор охотится на форель. Не ловить, а охотиться. Я и говорю, это охота на золотую форель, это не рыбалка. Покажи приманочку, на которую ты охотишься. Короче, главное бросить ей под морду, в ее горизонт под глаза и провести. Да? Да. Если она увидит, она обязательно развернется и... Нифига себе, так у тебя еще сколько грамм? Сколько у тебя? 0,6 или 0,7. Вот это 0,6? Да, да. Это я его сплющил уже. Ты сам что ли сделал? Да. А, это... у тебя приличный крючок, это... да? Да, да. Это... А что без бороды ведь? Почему бород? Это гомотаж. А, понял. У меня есть и без бороды, и такие есть. Просто что я эту головку не стал покупать, а просто... Понял. Ну, я на такие ставлю хороший такой китайский, потому что если сядет свинья, разгибает сразу. Так, господа, вот это если бы не заморская икра... Чтобы ты есть не стал, я в курсе. Не, я бы не стал снимать наш завтрак на траве. Да. Сало тоже не снимал. Мы с этого здания ничего не ели, решили перекусить. Хотя здесь будут бесплатные сосиски, гриленные, жареные. Но я к чему веду? Вы посмотрите. Самое основное. Витя, подходи. Сейчас кое-что вам покажу, кроме майонезика. Вадимарыч. А? А? Если кто не понял, перевожу. Икра баклажанная. Заморская. Вот такие вот дела, ребятки. Вот так, покажи еще раз. Это ложка для икры. Вот, сало у нас есть тоже заморское. Кашка. Сейчас перекусим. Я уже, скорее всего, ловить не буду. Ну так, побросаю. Да, Вальдемарыч. О, жена, как тебе заморская икра? Вкусно? Редкая гадость, да. Ну, какая гадость, можно ли еще? Подходите, Никита. Подходите. Не, мы только так, мы со своим кофе. У нас и свое, мы вас будем стол. Подходите, у нас и кофе, и чай. Берите вон бутерброды, сосиски. Все, у нас есть. Всего и много. Рано встали, а мы-то пока проснулись сегодня. Наверное, не позавтракали. А тут уже все готово. Как это не позавтракали? Вальдемар сказал, подъем в 5. Еле разбудил его в 5. Так, перекусили мы шикарно. Видите, по баночке пивка. Ну, попрет, мне уже поперло. Вадя, мне уже поперло. Вот. Я бы не шел, конечно. Вот. Шикарно покушали. Пивасиком, тишина. С майонезиком, с заморской икоркой. Жизнь наладилась. Если будет не налаживаться, я пойду еще пивка вжарю. Слушай, она тоже крутится вот эта вот. Да, да. Если по проводочке. Рыбка, конечно, уже накололась, отошла. Да, да, ее нету. Ее нету, мы не видим. Нет, да. Вот гадюка накололась. Зараза, это в третий раз уже сегодня. Ударила. Иди сюда, моя черешня! Свинья хорошая! Иди сюда! Все, я дальше иду пиво. Два раза била. Ой, иди-ка, да иди-ка, папе, иди, девочка. Иди, моя хорошая. Что я сказал? Надо покушать и пойдет. Да. Ой, какая хорошая, глянь. Тоже за треху. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же. Как шумит наш фрикцион. За трешечку такая девочка. Иди сюда, моя.
Ух, красавица, золотая рыбка. Ой-о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 й. Сейчас мы ее. Сейчас мы. Первый раз вырвал изо рта. Ну, я же говорю, когда настроен ловить селекошкой. Не-не-не, она еще сильная, она боится. Сейчас. Я ее подниму, если она лицом не к тебе пойдет. Блин, не успею. Ладно, тебе палка мешает. Сейчас, сейчас, сейчас. Она уже вот. Это же не дание. Тут не такая. Ух ты, зараза. Ля-ля-ля. Чушка-то не маленькая. Да, чушка, наверное, это под четверу. Если не будет. Это как твоя, наверное, Вадя. Да, да, так они одинаковые, по-моему. Под пятеру, наверное. Личиночки работают. Да. Так что. Валерия Лупуляк, большой охотник. Да ты смотри, какая падла. Опа, иди сюда, моя черешня. Оба-на, красавица. Япона, мама, вы посмотрите на эту свинью. За трёху, это свинья. Все, все, я счастлив. А? Нужно со старты ставать, сказал, надо пойти покушать. Лип-гриб, дубинку и фото. Япона, мама. Фух. Шикардос, шикардос. Так, жизнь прожита не зря. Ее надо раз здесь надо убить, чтобы она чистая была. Глянь, ядрина пороху. Жить надо убить здесь и... Здоровенная. Молодец, семью не опозорил. Я старался, зая. Так, поскольку приманочка умерла, пошел к машине. Там ребят угощаем силиконом с Вадиком. Поскольку его продажи нет, чтобы они тоже ловили. Вот такая вот розовая личиночка. Один раз сорта выдрал. Вот. И за второй раз свинюку эту припарковал. Так. О, престижа забит. Теперь можно пить пиво, спокойно долавливать, если будет. Что-то Вадя там под сакой ловит. Вадь, это ты личинку ловишь? Ну да, хотел поймать ее. Оборвала она, когда это самое. Короче, мы с Вадей. Мы с Вадей по такой личиночке поставили. Вадя, конечно, впереди. Но у меня семейный подряд. Тоже 2-2. Мы вдвоем с Танюхой, как он один. Уже повела, леску натянула. Уже пошла на нее это самое. А у меня уже леску натянула, почему и дернул. Мы там усилочки, даже не реагируют. Туда кидай, там они там еще. Вон они пошли, вон. Кидай туда. Вот всем рыбакам хозяин специально сам делает вот такие вот сосисочки. Бесплатно. Вот, бесплатно. Very good, danke. Вот. Тут мы сок, все это дело. Короче говоря, да, не то, что в Дании. Послали, да и все. Мы вот реально хотели, ну, вернее, смогли сегодня с Вадиком рыбачить еще целый день. Уже оплачено. Уже оплачено. А мы бросили все и приехали в родную Германию. Вот так вот. Вот сейчас снимаю, он Витя машет рукой. Все наши ребята собрались. Вот, и даже те, кто не рыбачил, в том числе и жена моя, все от хозяина получили бесплатные булочки, бесплатные сосиски, сок или колу, все на выбор. Вот сразу видно, что Германия. Совершенно другое отношение как бы к клиенту. В Дании этого нет. Давно уже говорил, Германия, я люблю тебя. Да, Вадька? Да. Я говорю... Германия, я люблю тебя. Это не в Дании да, отношения, да? Нормальные, адекватные люди все. Шикарно просто, шикарно. Вот не зря мы уехали нахрен с этой Дании, а вернулись в Германию. Таким профессионалом не... да, да, невозможно Витя, рядом не стоять. Не, Витя, ей-богу, если бы я так умел, я бы в цирке выступал за деньги. Просто за деньги. Нет, говорит, просто... Так самое интересное, просто... подожди, не перебивай. Говорит, Ена, вон она, бросай. Я бросил. Ни хрена, он бросил, ну, 20 сантиметров от хари, и только, иди сюда, моя черешня. Это просто красиво было, даже не могу сказать как.
Даже не могу сказать, как красиво. Вадя там сессию Вите делает. А я вам скажу так, что если Витя может сейчас обложиться весь рыбами, его можно, потому что столько надубасил. Седьмая, вот. Седьмая рыба, то есть вполне может, вот это мастерство называется, один заброс, одна рыба, уже не бросает постоянно. Один заброс, одна рыба, вот это называется мастерство. Камеру повторите, то, что вы говорите. Из-за вот таких вод, как он, здесь сделали ограничение 30 штук в день. Сколько ты ловил, Витя? Ну, максимально у меня 110 штук. Я ближе подойду, чтобы вы услышали еще раз. Максимально в день я поймал 110 штук. Вот, и после этого сделал норму вылова 30. Вот так вот ловят профессионалы, господа. Вот, так Витя теперь, ну как бы его все равно голыми руками не возьмешь, нашего человека. Он берет две карты и ловит 60. Перешли мы на другую сторону, зашли к ребятам, они там хорошего лакса лупанули. Фотку вставлю. У меня блесенка. Все, будем закругляться. Спасибо, Витюша, за гостеприимство, за мастер-класс. Рад был вас увидеть. Взаимно, ведь взаимно. Вот сейчас эти торбошники рыбу поспрячут. А я рыбу покажу, смотри, какой там улов. Вот сразу видно, что моя жена была. Кто рыбачил, да, непонятно. Рыба уже вышла. Короче, всем мира, добра. До новых встреч, ребят. А нам красные крыши.